have to deal with in here. Saving. Alright. This looks like a fight room. Scan. Not seeing anything. Okay. Loot. There's green crystals everywhere, that doesn't seem good. Alright. Oh, monsters, alright. Jiggly monsters, hi Mr. Jiggly, how you doing? He's having a good time, alright. Okay, it's just a jiggly monster. Здравствуй, Игорь, я тебя ждал. Hi. Семенов? Ты же сказал, что не хочешь во всем этом участвовать. Я жду объяснений. Ха-ха, ты просто чудо, мой мальчик. Да, задавай свои вопросы. Ты здорово постарался, чтобы заслужить это право. Где Таня? Ты всегда знал, где она. Здесь. Но... это неправильный вопрос. В смысле? Ты должен спрашивать, что она такое? Если ты причинил ей вред. О, хватит! Прекрати играть роль наивного влюбленного щенка. После всего, что ты видел, всего, что ты понял, не позорь себя этими романтическими бреднями. Я поясню, если у тебя не хватает смелости самому сделать вывод. Татьяна – важнейшая часть эксперимента с Чернобылитом. И всегда была. Да, были другие кандидаты, но судьба распорядилась так. Это было ее предназначением с самого начала. Мы используем Татьяну, чтобы создать стабильную червоточину в мир Чернобылита. Она отправится туда и поможет нам добраться до ядра. С ее помощью мы возвестим начало новой эры человеческой цивилизации. Это безумие. Нужно было сразу убить тебя. Господи боже, этот взрыв праведного гнева должен меня впечатлить? Забудь про слезливые сентименты, Игорь. Миру давно плевать на такие вещи. Есть только одна истинная сила. Перемены, рост, эволюция, исследования, новые открытия. Все остальное – подмена, попытки оправдать бессмысленное, жалкое существование. Это не для меня, мой мальчик. А ты – моя самая большая ошибка. Ты знал? Я совершил ошибку, когда отпустил тебя. Тебе суждено было стать особенным, по-настоящему особенным. Такое мышление, такие таланты. I should have fucking killed him too. И весь этот потенциал был растрачен на пустые сентиментальные порывы. Я подвел тебя. Да, не нужно со мной спорить. И за это я прошу прощения. Я спасу Татьяну. Не стой на моем пути. Я не убью тебя. Пока что. К сожалению, я вынужден отказаться. Я больше не могу позволить тебе вмешиваться в мои дела. Прощай, мой мальчик. Bitch! Oh god, there's a lot of them. There's a lot of them. I need to change my big boy gun, is what I need to do. Change to... oh god, not big boy, not that one. This one. Can I change, please? Please stop smacking me up, please. Fuck you. Drink! Drink! We need another drink. No, we need some health. We need some health. We need another drink. Fine.
I'm glad I bought a big boy gun, but that was great for that kind of things. No, they don't. They really don't mess around. Bitch. I should have killed him. I wonder if I killed him, whether I would have got a, different outcome there. I've got everything I need off these douche lords, right? Yeah. I've only got one bit of armor and I'm yet to fight the big dude at the end. I'm guessing I'm gonna have to go up against him. Alright. It seems like a fight arena too. Anything for my mental state. I guess we see. Вы слышали команду? Вперед! Приказ был защитить лабораторию. Черт. Похоже, придется пробиваться с боем. Have to fight a way out. Эти люди – последнее препятствие между мной и Татьяной. Нельзя отступать. Я прорвусь туда с боем, если понадобится. Сука! Вот это отстой! Жаль, что никто внутри не может отвлечь внимание этих уродов! Другого выхода нет. Well, we're having to do everything the freaking hard way, huh? These are gonna be... bastard hard dudes too. Just so I can see where I'm at. Цель обнаружена! Огонь по готовности! Well, my stock on. Please stop. How are you hitting me through that, dude? Can you stop with the stagger, please? Right. We've done it. We're okay. We're fine. Pop your head round. You won't. I bet you can shoot me through that. Or something. One down. My psyche is really bad. Slap down. Alright, nice. Hopefully these guys have some vodka or something on them. Because I need it. Plates, I haven't got no plates. I need to use this. I wonder if I can, I can't. I'm not allowed to place anything down to craft anyway. Alright. I've got to use what they give me in here. Okay. Good to know. I was just seeing if I could craft something so I can make more medicine for my brain hole. Alright.
Let's don't rush. Let's don't rush. You think in all of this equipment they would have stuff for me to craft stuff with, right? Татьяна. Эй! Наконец-то! We found them? Красе! Горячая штучка! Так и не скажешь, что есть 60. Игорь! Мой любимый! We found her! Мой малыш! Столько лет прошло. Но я нашел тебя. Наконец-то нашел. Ты знал. В глубине души ты знал. Я звала тебя все эти годы. И ты ответил. Но как? Ты не должен был приходить. Это ошибка. Ты принесешь всем нам горе. Мой бедный маленький мальчик. Мы вместе. Наконец-то. Освободи меня, любимый. I don't know if I want to do that, lady. You seem like a little bit weird. Не понимаю, что я должен сделать? Ничего нельзя поделать. Ты должен положить этому конец. Нам обеим мы ошибка. Мы чудовище. Закрой портал. Уничтожь связь. Какую связь? Наша связь сильнее всего в этой вселенной. Ее нельзя уничтожить. Ее нужно завершить. Это наша судьба. Иди к реактору. Найди то, что ждет тебя там. Мой любимый. Что найти? Не могу больше ждать. Пожалуйста, просто дай мне умереть. Alright, so there's like two versions of her? Я больше не могу. Таня. Иди умереть. Исчезнуть. Портал. Татьяна, ты еще здесь? Борис, помоги умереть. Игорь. Ничего не понимаю. Проклятие. Реактор. Чернобыль. Что же делать? Черт. Я должен разобраться. Alright, creepy lady. There she is after all this time. Alright. I think she doesn't really care. Like, she just wants someone to help her, so she doesn't really care who came. So that's the reason why she's talking to whoever. I had a feeling about. Alright. Hey, dude.